Как порезать авокадо. Вам понадобится авокадо, относительно острый нож, ложка, кухонное полотенце. Чтобы успешно порезать авокадо, не нужно следовать принципу нарезки банана. Сначала чистить, затем резать. Авокадо лучше резать неочищенным. Шаг первый. Разрежьте авокадо пополам по длине, сверху вниз. Не пытайтесь разрезать косточку. Обведите ее ножом, чтобы авокадо был разделен на две половины, каждая из которых прикреплена к косточке. Шаг второй. Поверните половинки относительно друг друга. Косточка останется в одной из половинок. Шаг третий. Зажмите половину с косточкой в ладони и ударьте по косточке ножом так, чтобы край лезвия застрял в ней. Шаг четвертый. Поверните нож, чтобы освободить косточку. Она легко отделится от мякоти и останется на ноже. Подсказка. Острый тяжелый нож в данном случае более безопасен, потому что легким и тупым ножом вам придется бить гораздо сильнее. Шаг пятый. Снимите косточку с ножа кухонным полотенцем. Оно защитит ваши пальцы и поможет удержать скользкую косточку. Шаг шестой. Разрежьте мякоть авокадо кончиком ножа прямо внутри кожицы. Режьте по длине, чтобы сделать полоски, или в обоих направлениях, чтобы получить кубики. Подсказка. Будьте осторожны. Кожица авокадо выглядит прочной, но режется легко. А если нож проткнет кожицу, кожа вашей ладони будет следующей на очереди. Шаг седьмой. Отделите кусочки от кожицы, аккуратно выворачивая ее наизнанку. Если это вам не удастся, используйте ложку. Факт. Слово «авокадо» происходит от ацтекского слова «ахуакатл», что означает «яйцо».